Всем большой привет! В этом видео я вам расскажу, как можно сделать совсем необидную водяную бомбочку из бумаги. С помощью нее можно хорошо поиграть со своими друзьями в летнюю жаркую погоду. Итак, друзья, для того, чтобы сделать вот такую вот бомбочку водяную, нам с вами понадобится квадратный листок бумаги. Сворачиваем его пополам. Затем сворачиваем еще раз пополам. Делается она очень просто, эта бомбочка. Мы берем и вот эти вот края внутренние разгибаем вот так вот. Делаем такие вот треугольнички. Переворачиваем и с этой стороны тоже разгибаем. Можно делать из любой бумаги или из бумаги для печати формата А4, либо из тетрадки, из чего вы хотите. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы берем вот эти вот уголки, загибаем, давайте я вам ближе покажу. Загибаем их наверх, кверху. Оп. И еще раз кверху. С другой стороны теперь. Вот что у нас с вами вышло. Теперь мы с вами берем вот эти вот уголки боковые, загибаем к центру, ровно с одной стороны, с другой стороны, друг напротив друга, чтобы они были вот так вот. Оп. Переворачиваем и также делаем с обратной стороны, друг напротив друга, чтобы они были. Оп. И теперь вот эти вот краешки свободные, что вот у нас остались, загибаем их вот в эти уголки. Одну сторону и вторую сторону. Переворачиваем. И также мы делаем с обратной стороны. Одну сторону загибаем. Подравниваем это все дело. И вторую сторону. Вот что у нас вышло за фигура. Теперь нам нужно ее надуть. Здесь у нас есть отверстие с одной стороны. Вот оно. Берем мы туда и дуем теперь. Надуть, и у нас с вами получается вот такой вот кубик. Вот один, вот второй. Который мы через это отверстие набираем воду, и он у нас хорошо держит воду. И затем метательная водяная бомбочка у нас готова. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и просматривайте другие наши самоделки и наши новости. Всем пока, хороших вам поделок!